Всем привет, ребят. Ну что, скорее всего, мои ожидания оправдались. У нас будет все-таки усиление рун. Появилась очередная картинка на форуме. Она говорит о том, что действительно у нас будет усиление рун. Вот так вот она выглядит, как видите. Скорее всего, что одинаковые слоты объединяются, и в итоге из 4 слотов вы получаете вот такого вот свечения руны. Не знаю, это реальность или все-таки фейк, но скорее всего реальность, и стоило этого ожидать, потому что у нас в последнее время добавляли в игру очень много рун разных сетов, от троечки, тройки, четверки, пятерки, пятерок очень много начали давать, и это не просто так. Скорее всего, что будет усиление. Какое оно будет, ну, не знаю. Скорее всего, либо дополнительные какие-то бонусы будет давать, либо основные усилить. Ну, есть такие руны, которым, как бы, вот, например, та же самая ремка, которая усиление как бы ничего не даст. Возможно, будут дополнительные какие-то бонусы, не знаю. Конечно, это введет очередной дисбаланс, очередную, скажем так, яму между игроками, потому что если донатные игроки там плюс-минус еще на рунах, обычные игроки тоже докачивали пятерки, то сейчас получается просто будет нереально обычному игроку это сделать. Донатом, то понятно, у них там по пару сетов. У меня, например, там очень много разных сетов просто стоит не открытых. Теперь будет смысл открывать и прокачивать. Что будет это стоить, пока ничего не известно. Каким образом и какие атрибуты будут давать, тоже нет. Ну, я не знаю, возможно, просто добавят базовую там атаку от рун, да, то есть усиление будет. Но, честно говоря, сливать, допустим, 5, точнее 4 пятых сета ради там увеличения на чуть-чуть тоже не особо охота. Поэтому, не знаю, для бастиона там вот как на картинке тут возможно, тут будет какое-то там мега имбовое увеличение жизни там, не знаю, до соточки, а вдруг. Ну, скорее всего, вряд ли, но думаю, что все-таки стоит чего-то ожидать, потому что IGG просто так бы не добавляла кучу пятых сетов в продажу. Просто так они ничего не делают. Ну, ждем обновы, ждем инфы об обнове, посмотрим уже на китайке, что будет именно в обнове, какие изменения, очень много вопросов по скинам, о новом герое вообще ничего пока не известно. Он, скорее всего, будет. Теперь также интересно, будет ли новый остров с героями для прокачки. Думаю, это все мы узнаем на, возможно, на этой, возможно, на следующей неделе уже. Скорее всего, на этой будет обнова. У нас, возможно, на следующей. Посмотрим, насколько они запилят контент новый. Ну, честно говоря, не знаю. Хочется от обновы ожидать, что она опять не приведет к тому, что очень много игроков просто забьют и уйдут. С каждой обновой это все больше и больше, людей все меньше и меньше играет. Хотя, как бы, игра и развивается, но развивается немножко не в том русле. И это печально. Все, пишите комменты, бомбите. Ждем уже обнову. Возможно, будет еще какая-то инфа, поэтому я пилю видосики, как только могу. Не могу вам просто собирать инфу все в одну. Многим интересно, мне самому интересно, что будет. Интересно мнение игроков, как они к этому относятся. Все, пишите комменты, ставьте лайки, делайте репостики, обязательно участвуйте в акции на Вольта и Некроса, которые еще остались призеров, скажем так, пиратки, видос вы, думаю, видели, призер основной акции на Некроса за третье место был на стриме. С пиратки отдельным видосом заснял. На этой неделе будем разыгрывать Вольта и опять приз с пиратки. Все. Подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Ссылочки обязательно оставлю под видосиком. Всем пока.